Торпедовцы не смогли пройти дальше 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА, но оставили приятные впечатления, особенно в повторной игре с мадридским Реалом. 5 мячей было забито в этом матче. Гости повели в счет, и на 10-й минуте чилиец Иван Самарана опередил всех и провел мяч в дальний угол. А спустя всего минуту Талалаев, и тоже с углового, направил мяч в ворота. Он же мог отличиться еще раз. Не повезло. И на этот раз мимо ворот. Подшивалов прекрасно играет на выходе. Тишков удар. Крестовина выручает мадридцев. А во второй половине Фернандо Иерро, доставивший столько неприятностей в Мадриде, записал свой актив еще один гол. Четвертый в двух встречах. Четкий удар в дальний угол. Однако Тишков, а затем Мурашов завершили старания своих партнеров по команде. Поражение по сумме двух матчей 5-7. И хотя автозаводцы не попали в группу сильнейших в России, они явно попали в неудобные клубы для грандов Европы. И в целом концовка сезона прошла на мажорной ноте. А это третий мяч в этой встрече, который провел Мурашов.